В Старобазарном сквере нашли труп. По словам очевидцев, парень еще вчера пришел в парк, вероятнее всего, в состоянии наркотического опьянения и вел себя неадекватно. Утром он еще был в сознании. Ему вызвали скорую, однако от госпитализации он отказался. Через некоторое время мужчина скончался. Очевидно, он со вчерашнего дня так и остался спать на полянке. Утром вышли люди, собачники вышли, и он вроде как спит. Но решили подойти проверить, вдруг ему там плохо, вдруг он умер. Подошли, он разговаривает, ему плохо ему было, у него такие как судороги или конвульсии были. Вызвали скорую, вызвали полицию, скорая приехала. Они его спросили, у тебя что-то болит? Он сказал, нет, у меня ничего не болит. Врач его посадил, смерил ему давление. То есть как бы он разговаривал с ним, вел какой-то диалог, соответственно. Парень отказался ехать в больницу, они ему предложили.